back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo. Итак, было реализовано очень много игр во вселенной Симпсонов. Игры, в которых всем надирают жопу, игры типа Красти Фанхаус, Барт против Джаггернавтов, Ночной кошмар Барта. Игры про Симпсонов реализованы буквально на каждой игровой платформе. Но есть две игры, вышедшие на Nintendo 64, которые я запомнил. Барт против пришельцев и Барт против мира. Это, наверное, самые классические игры про Симпсонов. Но если вы включите их сегодня, то вы поймете, насколько же сильно они выводят вас из себя. Ужасные воспоминания об этой игре лучше всего описать именно так. Представьте себе, что вы положили в воздух непроницаемый контейнер свежий кусок собачьего говна. И вот, спустя 20 лет, вы открываете это говно и хорошенько вдыхаете. Вот оно. Добро пожаловать назад. Итак, это Барт против пришельцев. Смысл в том, что эти самые пришельцы прилетели на Землю, чтобы построить идеальное оружие и захватить мир. Звучит просто и банально. Они пытаются построить оружие, но неважно каким способом. Для этого им нужен один ингредиент. Объекты фиолетового цвета. Что за херня из этого выйдет? Итак, Барту надо спасти мир, и это первый уровень. И наша главная цель — это изменить все объекты фиолетового цвета. В большинстве своем это значит, что надо просто перекрасить объекты в красный. Иногда надо быть более сообразительным, чтобы их замаскировать. Например, надо пройтись по бельевой веревке и сбросить полотенце на фиолетовые хрени. Пришельцы никогда не додумаются посмотреть под полотенце. Здесь есть момент, когда надо прыгнуть на шарик и перевернуть банку с краской. Если вы не попадете, то мяч никогда не вернется. У вас нет второго шанса. И вы должны понимать, вам надо перекрасить все фиолетовые объекты. Вы думаете, что не обязательно это делать? Но нет, блять, придется. Еще вы можете собирать монеты, чтобы потом купить какие-нибудь штуки в магазине. Когда вы играете в первый раз, вы не понимаете, что вам надо купить. И вот что я могу вам сказать. Ключ вам понадобится. Насчет этого свистка. Если вы его используете, то прибежит злоебучая безумная собака и убьет Барта, если он будет стоять у нее на пути. Приходим к решению, что вам придется покупать ракету или вишневую бомбу. Сколько же вам их стоит купить? Вишневая бомба вам понадобится только в одном случае. И много-много-много-много раз вам понадобится ракета. Так схуя ли вы должны это знать, если играете в первый раз? Вам придется кучу раз ехать в этот чертов магазин. Пытаться сбить птицу? Это просто смешно. У вас должен быть идеальный глазомер. Блять! О боже, я не могу поверить, что я промазал. Получай ты, хуй! Эта ваза тоже полная жопа. Вы не можете в нее попасть, когда стоите на подоконнике. Так что вам придется прыгать и красить. И вы знаете, почему тут играет тема и заставки? Она хороша для начала, но вам придется слушать ее долбанные 10 минут. Что за мудаческая пизда? Давайте поговорим о врагах. Это же пососно, что вы никого не можете убить. Но к счастью для нас, они только и делают, что прыгают вверх и вниз по улицам Спрингфилда весь день. А еще мне интересно, почему никто из этих пришельцев не похож на тех, что были в начале. Тем не менее, некоторые из этих людей тоже пришельцы. И вы можете это понять, только надев рентгеновские очки. Их можно убить только одним способом, прыгая на голову. Но если это не пришелец, просто обычный человек, то вас ударят. Два удара, и вы мертвы, кстати говоря. Так что будьте уверены, что у вас выбраны очки. Давайте очки, ну давайте очки, очки. А, ебучка. Иногда я просто прыгаю на голову, потому что не хочу выбирать очки. Все равно вам их не нужно убивать. Но они оставляют за собой буквы. Соберите из них слово Мэгги, и она поможет вам убить босса в конце уровня. Немного странно, когда вы прыгаете на их пришельские головы, то они исчезают полностью. Да и в конце концов, вам не кажется, что это как-то тупо, делать каждый фиолетовый объект не фиолетовым? Почему бы, блядь, не посрать на все и сделать все коричневым? Что ж, вы обламываете пришельцев, потому что теперь ничего фиолетового не существует. Ну, и что же они делают? Они меняют ингредиент. На шляпы. Но раз они так просто меняют предметы, то почему бы мне выбрать землю или воду? Что-нибудь, что действительно легко достать. В этом нет никакого смысла. Так что вы идете в магазин и крадете все шляпы. Потому что единственный магазин, в котором есть шляпы. Некоторые висят в воздухе, некоторые придется сбивать с головы посетителей. Концепция почти не поменялась с первого уровня. Никакого действия, просто собирайте шляпы.
Воображение у разработчиков не очень богато. Создается такое впечатление, что каждый уровень делал отдельный человек. Еще мне кажется довольно забавным, что люди просто неторопливо ходят по магазину. Вот если бы я шел по магазину и увидел гигантские прыгающие пончики, зефирки, убийцы, идущую обувь, прыгающую обувь с пружинками, обувь, идущую лунной походкой, бумажный пакетик с ногами, бумажный пакетик с блядской пугающей рожей, полотенце-убийцу, я думаю, я бы обосрался. Еще в этом магазине есть одна вещь, которая, блядь, раздражает. Это не застывший бетон, который приводит к внезапной смерти. Единственное, что вам поможет, это мастерство владения одним из самых ужасных управлений в истории видеоигр. Это была одна из первых вещей, с которой я смирился. Теперь она создает кучу проблем. Вот мы вернулись на первый уровень. Нужно много практиковаться, чтобы научиться правильно прыгать. Прыжок и бег — это одна и та же кнопка. Нажали кнопку A — прыгаем. Зажали кнопку A — бежим. Почему одна и та же, блять, кнопка? О чем они думали? Так что только прыгать или только бежать не получится. Нажимая кнопки A и B одновременно, вы делаете суперпрыжок. Когда вы так делаете, вы немного облегчаете для себя игру. Бля! Вот оно. Надо достать шляпу, достать шляпу. Прыгаем по леденцам, главное не попасть на палочку. Ах ты ублюдок, я же прыгнул чуть подальше. Так, всего один большой прыжок. Съешь мои ёбаные трусы! Эта игра бесконечна. Если упали два раза, вы мертвы. Если вы умерли три раза, игра закончена. Вы можете собирать жизни, но эта игра бесконечна. Здесь нет ничего увлекательного. Мне как бы пофиг, насколько она увлекательна. Но если она не увлекательна и тут какое-то убогое управление, то нахуй ее! Съешь мои трусы. Отведай-ка их. Только после того, как я туда хорошенько просрусь. Так, это Барт против мира. Название меня немного смущает. Барт спасал мир от пришельцев, а теперь он против мира? Сюжет заключается в том, что Барт нарисовал какую-то говнокартинку клоуна Красти и выиграл в конкурсе по рисованию, и теперь он отправляется в кругосветное путешествие. А мистер Бернс хочет избавиться от Барта, и поэтому он клонирует себя и посылает такие места, как Китай, Египет и Северный полюс. Наша задача достигнуть конца уровня, не умирая. Еще тут есть всякие бонусные игры. Тут есть игра, где надо открывать две одинаковые карточки и запоминать их месторасположение. Мне это нравилось в Super Mario 3, но сейчас я не хочу ничего запоминать, поэтому я просто наклею стикеры. Еще тут есть игра «Угадай, под каким из трех игл спрятана голова Красти». Еще тут есть мозаика, которая меня дико бесит. Игра на знание Симпсонов. Еще игра «Не касайся пива, касайся головы Красти». Голова Красти хорошо, пиво плохо. И теперь-то мне все ясно. Еще тут есть самая наитупейшая, блядь, игра в истории игр. Надо найти, в каком из гробов спрятана летучая мышь. Но это не как игра про иглу, где ты видишь какую-то иглу, а потом они двигаются. Нет. Тут просто стоят три гроба, и вам надо выбрать, в каком из них находится летучая мышь. Здесь все случайно. И каждый раз, когда вы выбираете неправильный гроб, вылезает зеленая рука, и вам надо ждать. Ничего не происходит. Барта даже не душит. Он просто стоит и ждет. Но это были бонусные уровни, сейчас я покажу вам основные. Поговорим о геймплее. Каждый уровень состоит из двух секций. Это Китай, и это первая секция. Лодка. Первое, что замечаешь, так это то, что управление тут такое же, как в Барт против пришельцев. Ничего не поменялось. Графика такая же прикольная. Когда Барт смотрит на вас, у него как будто бы нет носа. Так что я просто тут хожу, пытаюсь понять, куда мне надо идти. О, смотрите, это Мэгги. Что я тут делаю? Хорошо, лодка взрывается. Я не догоняю. Куда мне идти? Я тут застрял. Мэгги, ты мне не поможешь? Нет? Тогда соси мою жопу. Ну, мне остается только убить себя. Смотрите, Барту вообще похер. Он в депрессии. Я тоже. Вторая секция — это Великая Китайская Стена. Из этого ёбаного дракона у меня потеют яйца. Блять! Вот что по-настоящему сложно, так это попасть в этот грёбаный дверной проем. Ух ты, тут рампа. Ебать их конем. Надо разогнаться перед ними, но постоянно находится какая-то хрень, которая тормозит Барта, так что надо подниматься наверх и опять разгоняться. Блять! О-о-о-о! Бля! Боссом оказывается Бернс Ли. Он довольно-таки легкий. Мы переходим на следующий уровень, а это у нас Северный полюс. Ну и конечно же тут надо прыгать. Если вы упадете с платформы, то вы умрете. Блин, подниматься по этим штукам — это сложно как... Ё-моё, а! Эти льдины худшие. Чтобы они передвигались, надо на них прыгать. Это сложно, еще надо избегать птиц. Вот так-то. Бля! Итак, поехали. Черт! Блять!
Боссом тут оказывается Снежный Бёрнс, очевидная пародия на Снежного Человека. Но же не Северного полюса. Следующий этап — Египет. Давай за коробками, давай за коробками. Чёрт! Смотрите. Ну что за кусок говна? Ну а в конце у нас тут Бернс Хамон, которого очень легко убить, если найти способ. А теперь, верите вы или нет, финальный уровень игры. Голливуд. Первая секция — это пиратский корабль. Ваши злейшие враги — это падающие шарики. Как же я ненавижу эти хуйни. Потом у нас идет кладбище. Хочу заметить, что это довольно забавно. Потом игра превращается в дебилизм. Вы залазите в гроб, вылазите из другого гроба, лезете в другой гроб, еще гробы, другие гробы, 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 гробы. Гробы, гробы, залазите в другой гроб. О, в этом гробы уже был, гробы, гробы. Блять! Ненавижу подобное говно. Просто скажите мне, куда идти? Отлично, теперь у нас уровень, на котором миллион платформ, на которые надо прыгать. Это, наверное, самая скучная и сложная часть любой игры, в которую я играл. Мы идем слева направо, потом поднимаемся, опять идем налево, потом поднимаемся опять направо, и это продолжается, продолжается, продолжается и продолжается. Упали, сдохли, и весь путь сначала. Однако, возможно, вы зацепитесь за какую-нибудь платформу и будете продолжать свой путь. Но все равно полная жопа, потому что идти еще очень много. Но вы хотя бы не теряете жизнь. Черт, боже, жопа, полная жопа, что за херня, черт, боже! Знаете, я вот решил проверить, как долго я буду идти. Сначала думал, что это какой-то глюк игры. Что-то не так пошло, и одно и то же место повторяется несколько раз. И фон никогда не меняется, какие-то серые кирпичи. Вы не представляете себе, насколько это задалбывает. Вам все время просто нужно подниматься вверх, вверх и вверх. Заявывает просто пиздец как. Но это хотя бы конец игры. Единственное, что вам осталось, это убить Федора Сергеевича Бернса. Он, наверное, самый сложный из боссов в этой игре. Потом выходит последняя картинка, на которой написано. Это очень плохо, что ты не нашел все красти предметы. У нас был для тебя особый сюрприз. Это как в игре про пузырики, где написано, что очень жаль, что ты не собрал все пузырики. Знаете, это как... Да пошли вы нахуй, я прошел игру. Мне просто интересно выяснить, почему в игре, которая называется «Барт против мира», так мало мира. Тут как бы только Китай, Египет, Северный полюс и Голливуд. Очень, блядь, познавательно. Когда мне было 11 лет, для меня всем миром были видеоигры «Барт против пришельцев» и прочее говно. Я потратил все свое время на эту хуйню. Верните мне мое детство. Вы разрушили всю мою жизнь. Барт, целуйте меня в жопу и покрасите мои яйца. Нахуй все, сейчас я съем свои трусы. Озвучено Зибуром.